Всем привет, ребят. Ну что, вот у нас еще один победитель еженедельки, Дмитрий Ковидяев, которому я тоже должен был отдать. Он у нас победил 2 числа. Да, мы 2 писали, добавили через Facebook. В общем, поздравляю, у тебя теперь тоже есть огник и довольно-таки неплохие плюхи. Сейчас побегаем по акциям, посмотрим на аккаунт. Вот так вот, еще один победитель, поздравляю. Поехали, пооткрываем плюшечки. Сейчас находится он в гильдии Оторва XXL, Эльвира Телеграм. Вот так вот, кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места, битва гильдий, атака фортов. Хорошо, поехали, позабираем сразу все плюхи, а потом уже будем дальше решивать. Одинка кулаков, конечно, смешно. Такс. Выращивай призы, специальные предложения, цветущие магазинные безумия. Поехали, яйца разобьем. Вот так вот. Все, что вам надо, у вас есть на стартовой страничке. Я уже не один раз показывал, рассказывал. Смотрите, следите внимательно за каналом, за новостями. И, в принципе, будете знать, что надо делать, чтобы получить плюшки. Так, ну давайте розу огнекрыла. Раскол. Ну, раскол — это хорошо. Пятые сеты раскола — это всегда хорошо. Сто кристаллов. Давай, не тормози. Нам надо еще смотреть, что у него есть. Хорошие акции сегодня на русском сервере, это радует. Так, магазинные безумия сами забирать будут. Поехали сюда. Вот тут вот самое интересное у нас. Чик. Всегда удивляюсь русскому серверу. Книжки. Так, отлично. Ну еще как раз на завтра у него хватит, чтобы зефирку. Так, вот такие вот плюхи забрали. Поехали, посмотрим, сколько интересного у нас зефирки собралось. Так, скин на огника. Зефирка. Где ты? Блин, что? А, я в огликах лажу, думаю, что за фигня. 14 всего. Ну, видите, рандомчик. У кого-то уже и по 30 есть. Отлично. Нас интересует вот это вот имба. Бум. Поздравляю, Огнекрыл. Хороший донатный герой. Интересный. Так, давайте пооткрываем плюшки. Что тут есть еще раз? Кол эмблемку получили. Так, это герои потребляемые. Ну тут все печально. Это русский сервер. Тут нечему удивляться. Ковяшки у него есть для прокачки. Аккаунт немножко, даже донатный у него. Донатил немножко. Ну, в принципе, половину шапки даже не собрал. Вот так вот. Поехали, посмотрим, что у него по героям творится. Бигфут. Седна. Ну, какой смысл грубую силу ставить? Сколько раз я вам говорю. Эмблема, как талант, она не очень... Стрелок с пактом. Жесть. Еще один аккаунт. Противоположность. Хорошо, хоть СУ не вкачал. Так, ну, видимо, тут начальный аккаунт с талантами еще все печально. Ну, конечно. Ну, тыква. Баст, блин, пятый на тыкве. Я надеюсь, что это баст выпал. Потому что это реально жесть.
Ну а так, дальше пошли у нас ниндзики, как допы. И где-то должен быть наш охник. Огник где-то, вот он. Есть у него что-то? Нет, у него ни коробок, ничего нету. Печально, семка кулаков. Ну, хоть прокачает его. Так, тут еще он не забирал. Давайте вот это заберем. А то пропустит. Это будет обидно. Давайте пооткрываем. Чик, 10 книг. Ну, это неплохо. Чик, 5 слизней, тоже хорошо. Чик, 15. Так, 30 слизней. Ну, это вообще отлично, я вам скажу. Слизни тоже. О, нифига себе. 5 штук и 100 книг. Ну, неплохо. Книг у него тоже теперь хватает. Так, с 10 собрали, нифига себе. Вот это поперло, ребят. Такс. У него даже, смотрите, есть раскаленка 5. Обалденно. Такс, хорошо. Парящий остров, это разобрались. Поехали посмотрим, что у него творится. Так, надо облик этот докачать, а то он мешает, висит. Вот так вот потратил я ему немножко кагашек, ну, в принципе, продать слизняка и получит нормально все равно. Отлично. Поехали посмотрим, что у него по недостающим героям. Так. Леди Лио, Вольт, Заклинательница, Космо. Фрей нету. Зефирик, Командора, ПБшка, Ледяха, блин. Жестко поехали. Поехали, надо это исправить. Чик. Студеный, Призрачный. Трифит, пожалуйста, первый недостающий есть. Давай, рандомчик. Давай, я знаю, что ты нам сейчас дашь. Тесса. Афинка. Вот так вот, ребятушки. Бигфут. Охренеть. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Афинка есть. Отлично. Отличненько. И кого бы там? Трифида. Афинка и Трифид. Два героя. Супер. Ну, Афина обалденная. Чик. Еще раз чик. И Трифит. Отлично. Такс, поехали дальше. Давай, рандомчик, я в тебя верю. Бог грома. Ну, это не то, что хотелось бы, конечно, но... Ну давай. Давай имбу, блядь. Сейчас даст. Кристаллический эктоплазм. Ну, и так, в принципе, хорошо. Так, все, мы тут вроде всех пооткрывали. Плюшки вроде все позабирали. Ну, единственное, он зайдет потом на магазинное безумие. Надо, надо, надо его забрать. 55 наличия, неограниченные. Видите, некоторые распродают, поэтому спешите, добирайте, у кого чего нету. Плюшки хорошие. Ну, конечно, по сравнению с русским сервером печальное. Что получается, я что-то не посмотрел, сколько там попыток. То есть можно забрать скин даже на того же самого Космо, успеть там 50 дают. Да, в принципе, нормально. 4 попытки можно и на Фрею скин забрать, и что-то подкопить, что надо. Ну, конечно, не сравняется с английским никак. Ну, это русский сервер. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, участвуйте в конкурсах. Все есть на стартовой страничке, я уже устал рассказывать. Это был победитель.
прошлый, и осталось у нас еще 5. Я их разыграю тоже. Все, всем удачи, всем пока.